Ответственность за похищение 333 школьников в нигерийском штате Кацина на севере страны взяла на себя радикальная исламистская группировка Боко Харам. Акции против западного образования назвал нападение в распространенном во вторник аудиообращении лидер террористической организации Абубакар Шекау. 6 лет назад именно он организовал похищение 276 девочек из общежития в другом штате – Борно, примерно в 700 километрах на северо-востоке Нигерии. Эксперты утверждают о значительном расширении зоны влияние джихадистов в регионе. Самому младшему из пропавших 3 дня назад всего 10 лет. В настоящий момент с похитителями ведутся переговоры, заявляют власти. Нападение в родном штате президента Мухаммаду Бухари произошло на фоне резкой критики в адрес правительства из-за неспособности обеспечить безопасность граждан. Только в этом году здесь погибли сотни человек в результате действий местных преступных группировок.